Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 31 марта. Сегодня будем собирать теплицу. Две штуки, немножко нестандартные капельки. Ширина будет 2,85, длина у одной 4,40, у другой 6,40. Пока что разгрузились. Будем работать. Началась сборка каркасов. Первый торец готов. Соединяем цапки сейчас. Один каркас у нас готов. Второй начали собирать. Уже поставили несколько арок, торец. Сейчас подготовим второй торец. Закончим с каркасами. Каркасы мы установили, закрепили к бетону. Сейчас начнем крыть поликарбонатом. Покрыли теплицу поликарбонатом, закрепили. Сейчас нужно будет конек ставить. Доделывать двери, форточки, ну и так по мелочи. Форточные блоки, автоматы. Работы хватает пока. Закончили монтаж теплиц. Теплица у нас, напоминаю, капельки. Пойдем смотреть. Ширина у теплицы немножко нестандартная. 2 метра 85 сантиметров у обеих. Теплицы изготавливались под размер фундамента. Длина тоже немножко нестандартная. Одна, грубо говоря, почти 4 метра, другая почти 6 метров. Изначально была информация, что эти теплицы будут у нас длиной 6,40 и 4,40 соответственно. Но приехав на место, увидели, что были произведены ошибки в расчетах. А если сказать проще, то неправильно смерена длина фундамента. И теплицы должны были немножко удлиняться, на самом деле они немножко укоротились. Ну, бывает такое. Так, труба, каркас теплицы у нас сделан с профильной трубы 40х20, полимерно-порошковая окраска. Все это дело стоит на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. С одного торца у нас форточка оснащенная, термопривод дверной называется. С другого торца разрезная дверь-форточка. Нет, прошу прощения, что-то по инерции. Дверь-форточка. Нынче у нас здесь установлены цельные двери на обоих теплицах. Также в теплице есть система подвески по две нитки на каждую сторону. И форточный блок, который также оснащен термоприводами. Пойдем в другую. Вид снаружи. Все то же самое. Форточка с термоприводом. Форточный блок. Такой же система подвязки. Ток, длина, грубо говоря, 6 метров. Также установлены укосины для большей жесткости конструкции. И все торцы у поликарбоната защищены у нас торцевым профилем. Инструкция вылетела. Так.
на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!